поубивают вас всех когда-нибудь. Ни за что. Не мы такие. Жизнь такая. Я что-то не пойму. Вы что, меня крайним, что ли, хотите сделать? Или я чего, для себя, что ли? Давайте я сейчас пойду мусорам сдамся. А что мне оставалось делать с этими беспредельщиками? У этого машину отобрали. Вас там прессуют. Этот за свой плёт не полез. Или вы, может быть, терпилами быть хотите? А? Я не хочу, понятно? Не мы такие. Жизнь такая. Мне трудно понять, где истина, когда грани размыты. Как я могу достучаться к тем, кто не верит в молитвы? Их сердца словно из гранита. Они кричат, нужно в себя верить. Если постучав, тебе не открыли, выломай двери, живут как звери по законам волчьим, честь заменяет понятия. Они считают, что слишком хороши для государственных предприятий. Вроде бы приятели, называя себя братвой. Не могу доверять тому, кто стоит за спиной и в затылок дышит, воюет против системы, считая себя Робин Гудами. Но людям ничего не достается, все остается в дорогих кабаках и саунах.